Отдельные категории колымчан, имеющие права на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, могут выбрать форму получения набора социальных услуг в денежной или натуральной форме. Стоимость денежного эквивалента составляет чуть более 1200 рублей. Натуральная форма включает в себя предоставление лекарственных препаратов, продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, путевки в санаторий и бесплатный проезд на транспорте к месту лечения и обратно. Сумма ежемесячной денежной выплаты зависит от самого человека. Если льготник полностью отказывается от услуг, то ежемесячное пособие выплачивается полностью. Но если он частично или полностью получает социальные услуги в натуральном виде, их денежный эквивалент удерживают и суммы ежемесячной денежной выплаты. По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Но если льготник решит изменить вид получения, то ему потребуется до 1 октября 2021 года подать заявление в Пенсионный фонд России по Магаданской области. Также заявление можно предоставить через личный кабинет на официальном сайте ПФР или через портал госуслуг.